уже говорил, что поступило предложение. Да, он уже причал о том, что дошла понуда за него. Да, я был, у меня на тот момент не было команды. У том тренутку не имел экипу. И, ну, поговорив с президентом команды. Причал и с председником клуба. Да, мы сразу же, ну, практически недолго. Да, да. Понадобилось не так много времени, чтобы да. мы договорились обо всем. Не было потребно много времени, да се договоре везано за договор. Конечно же, по потенциалу, на мой взгляд, команда заслуживает большего, чем то, что было в прошлом сезоне. Значит, по его мнению, экипа заслуживает, да будет более пласирана, чем в прошлой сезоне. Ну, основная задача на сезон – это показывать хороший футбол в каждом матче. Значит, первый задаток – да, то есть основной задаток – да будем, да презентуем леп футбол на всякой утакмице. И если мы справимся с этой задачей, то мы добьемся хороших результатов. И ако се будемо томе тако посветили, имаћемо и добри результати. Ну, я считаю, что мне повезло. Мне удалось пройти практически все этапы тренерской карьеры. На данный момент. Значит, было потребно, по неговому, было потребно, да пройде всякий сегмент тренерской карьеры, всякий дел. С юношеского до взрослого профессионального. Значит, от юниорского до профессионального. На данный момент я считаю, что я иду вверх. Значит, в некой будущности он мыслит, да че идти к верху. Потому что как только я вышел на уровень российской премьер-лиги, после этого у меня были команды только из высших лиг разных стран. Значит, когда я изошел из русского футбола, изошел само ишел к горе. Ну, это неудачный опыт, тоже опыт. Значит, несрочное искусство и опыт искусство, ако может так да каже. Поэтому это был неудачный этап. Значит, несрочная этапа. Но все, что можно было оттуда взять для себя, хорошего, на будущее, я надеюсь, что я взял. Все, что может да узме от добрых стварей, кои су му се десили на Кипру, мисли да је узео. И, как сказать, в дальнейшем я буду более серьезно относиться к выбору команды, в том числе да, для своего места работы. Мисли да ће се у будућности односити много боље у екипама у којима буде радио. И в варианте со Спартаком, на мой взгляд, было именно так. И одма је то, значи, пренео на разговор везано за Спартак. Я уже говорил об этом, что у каждого тренера, как игрок, когда я работал со многими теми тренерами, кого он перечислил, когда я радио со многими тренерами, о коима си управо вспомену, я не помышлял о тренерской карьере. Значит, не размышлял о тренерской карьере. Поэтому я брал от них то, что нужно было мне как игроку. Он ему узимаю от них то, что было потребно за него как игрок. Конечно, что-то осталось в памяти. Значит, оно, что ему осталось в голове. Но надеюсь, что мне удастся взять от каждого по чуть-чуть, но самое лучшее. Значит, наиважнее, да и он от всякого узел помало. Но я думаю, что пробовать повторить за кем-то. Значит, пробовать, да поновить некие не самая лучшая идея. Не само идея.
потому что, ну, даже самая лучшая копия, она не будет лучше оригинала. Да, да, да. Значит, ако је добра копија, она ипак не може да буде оригинала. Значи, неку своју филозофију. Все, любая система и любой успех тренера на 99% зависит от того, какие игроки у него есть в команде. 99% успеха било кого тренера е какве он играче има во екипи. Если говорить о Спалетти, то он шел к этому Скудетто очень много лет. Значи, ако говоримо о Спалетти, он е победио и освоио Скудетто пре много година. Конечно, я думаю, многим нравился тот футбол, который показывал Наполи в этом сезоне. Значи, мисли да је футбол који он показао, да ће се многима свидети у овој сезоне, да се свиде у овој сезоне. Ну, я не исключение. Мне тоже нравилось. Нему се, наравно, свиђа. Мне практически всегда задают такой же вопрос. Него увек то питаю, без обзира где. Но, как сказать, в истории было много тренеров. У истории было много тренера. Еще намного больше имени, чем я. Со много вечим именом от него. Но, к сожалению, не всегда у них получалось воспитать футболистов, похожих на них. Ali neki nisu uspeli da probaju da prenesu to na igrače i da ih vaspitavaju da budu kao i oni. Если бы это было так, ako bi se to tako desilo, ja думаю, уровень футболистов сейчас был бы вообще космический. Da, bio bi neverovatan uspeh svih futbolera, znači vrhunski igrači bi bili. Ako bi treneri preneli sve tako na igrače. Было давно, во-первых, очень. Да, первое это было достаточно давно. Ну, я особо не помню деталей той игры. Не может да се баш сеча свих деталя те утакмице. Я помню, что нам было не очень тяжело. Не было вообще тяжко. Но я помню, что Црвена Звезда была тогда не в лучшем состоянии. Он мислит, да, Црвена Звезда в том моменту не была добро расположена или ако и так могу да проведем. И мы, ну, легко победили, потому что это да, была да, ответная да, игра. Да, ты говорил. Он не ту такмицу не играл в Белграду, само е играл в Питеру, значи зато што е ту такмицу дошло е 2-3 играча овај из другог состава, значи било им е лако да победе. Один. Црвени Звезди. Да. Один. А два гола Андрей. Андрей Шавин не дал два гола, Александр дал один. Я думаю, нет смысла даже сравнивать. На треба пише. Да прича. Потому что, ну, уровень испанской лиги, он как был, так и остается одним из лучших, наверное, в мире вообще. Да, значит, дефинитивно ранг испанской лиги е наиболее на свету. Поначалу было непривычно. Било му е, тежко му е било у початку. Как привыкнуть к огромным скоростям. Значит, со великим разликами животным. Так и к тому, что на футбольном поле ты играешь против тех, кого ты недавно видел по телевизору. Значит, jednostavno играл я на терену против игроков, коих я пре того глядал на телевизии. Но мне повезло, у меня было очень сильные партнеры. И мои добрые соигроки в том тренутку. Было несложно играть с ними. Ему было комплицировано играть против с ними и против остальных игроков.
Роналду еще не играл тогда в Испании. Ага, Роналду не играл тогда в Испании? Ну, для меня, конечно, Месси. Месси? Но в то время он только начинал, у него был 19-й номер. Месси починял тогда карьеру, был 19-й брой его. Лучшим на тот момент в лиге был Роналдиньо. Роналдиньо тогда был наиболее играч. Но он для меня самый лучший мира, я думаю. Он. Не помню. Но для меня все равно Месси. За него Месси. Потому что я видел, что он уже тогда может делать с мячом на поле. Значит, он видел уживо, что он может делать с лоптом на терену. Ну, я не успел забыть, что такое российский чемпионат, потому что я всего лишь год играл в Севилье. Ага, значит, играл еще после того годину дана в Севилье. Но в то время стали приезжать очень хорошие, сильные футболисты в Россию. Почали сюда долазе много велика имена и играчи в Россию. Поэтому вот этот период после моего возвращения и где-то еще лет 7-8 российский футбол, мне кажется, был на очень хорошем уровне. Да. Значит, в том тренутку русский футбол ишел ка горе и был на отличном нивоу. Когда я закончил, да? Когда я завершил? Да. Набирали группу на лицензию АУЕФА. Ага, onda su направили группу на лицензии УЕФИНОЙ. Потому что для игроков, ну есть такие, для игроков, кто играл за сборную, да. Сыграл много игр в чемпионату, да. Сразу на А можно было учиться. Значит, исто е слично и као и код нас, значит, играчи који су играли за репрезентацију и који су, да, они прескачу, иду далје, тако да је он одма ушао на А лиценцу. Да, и на первом занятии я понял, что я хочу быть тренером. Да, и одма је од самог почетка имао тај осјећај да хоће бити тренер. Я, наверное, ага. Может, что-то поменял бы. Значит, что то, это... что я написал в тим книгама, сад с ове дистанции, может быть, я этого бы не делал. Значит, может бы и променил. Сейчас. Сада с ове дистанции. Что можно было бы поменять? Значит, он бы могал нечто да промени. В остальном, я считаю, что... ну, просто что говорить, ну... Если было время, я имел возможность, ага. Я... И мое время, jednostavno могу это все да постигнуть. Как старался, учился. Учил я, заканчивал. Радио на себе, завершил карьеру. Заканчивал университет. Завершил университет. Шли навстречу и преподаватели в том числе. Ну, то есть давали мне больше времени. Ага, дали суму больше времени. Задали ему больше времени, да учи. А остальное, что и просто... Так вот все это если просто. Говорить об университетах. Да, что связано за университет. Пока у меня больше интервью брали здесь, чем там. Каже, више су га овде новинари звали него, из Србије, него из Русије? Ну, потому что мне... Сейчас очень много работы. И имамо много посла. И мне не очень нравится много говорить. Не очень нравится много говорить. Ага, не желим много да даје интервјуе. Потому что... Сад је време када треба пуно радити. Да. Мы не так много посмотрели, потому что у нас были свои дела. Нисмо гледали, имали смо баш в то время анализу. Ну, еще раз, очень сложно давать оценку, потому что это
Международный матч, но это товарищеская игра. Да, значит, яко ему тяжко да в этом моменту дает некие оцены, зато что это приятельская утакмица, а опять международная. Ну, Зенит на протяжении многих матчей не проигрывал Црвене Звезде в товарищеских играх. Да, играли су пре тога несколько утакмица, и ово је био први пут да су изгубили. Сейчас проиграл. Сад су изгубили. Поэтому тоже определенные выводы можно сделать. Так, да, jednostavno, это мало по мало и може да се ради добро. Не, ну то, что правда, это точно, но, конечно, от этого страдают больше всего игроки и болельщики. Найвише у целой той причи настрадаю навиачи и играчи. Потому что игроки играют для болельщиков. Зато что играчи играют за навиачи. И, конечно, болельщикам хочется, чтобы их команда играла не только между собой, играли, но и с клубами из Европы. Наравно и навиачи хоће да њихове екипе играју европска такмичања не само између себе. Но, к сожалению, не все зависит от желания болельщиков или футболистов. Али не зависит све от желје навијача и от желја играча. Мне бы очень хотелось, чтобы как можно скорее... Он, наравно, хочет, да се то, что пре заврши. Российский футбол опять вернулся на европейскую арену. Чтобы се русский футбол вратил на европейскую сцену.